Ребят, привет! Сегодня продолжим разговор про китайский кастом, про NK Guitars. Те, кто не посмотрели вот первые части, две, посмотрите, пожалуйста, потому что я считаю, что излишним повторяться. Эти гитары, в принципе, похожи конструктивно, внешне, потому что форма такая же. Единственное, что здесь гриф немножечко вот такой, написано был печеный клен, и накладка здесь из черного дерева, то есть эбони. Остальное все то же самое. Также лады из нержавейки сделаны, также все аккуратненько закатано, тело то же самое. Единственное, что вот здесь накладочка, видите, такой вариант сатина, что ли, как-то она называется, не знаю. Очень играбельная, очень дружелюбная. Во время исполнения, вот я уже привык к этой позиции теперь, после вот семиструнки, как поначалу как-то все вот не получалось, ногу нужно либо ремень вешать на, вот, через плечо, да, то есть, чтобы она была все время в таком положении, либо же вот левую ногу как-то ставить на подставочку. Но вот, благо, у меня там в столе есть такая, как это сказать, конструктивный элемент, который мне позволяет ногу ставить, и мне стало вот удобно. В принципе, быстро привыкаешь к такой позиции, и во время игры она настолько легкая, что вот ее, как это сказать, хочется крутить, вертеть. Вот она такая удобная в этом плане. Как-то вот я вообще по-новому взглянул вообще на электрогитару, честно говоря. Вот. Веерные лады, конечно, это тоже свой плюс. Первое, вот в такой позиции веерные лады не совсем удобны, потому что если нужно что-то играть вот здесь вот, такое с растяжечкой, да, то есть на несколько ладов, то сразу кисть прям испытывает очень сильное такое напряжение и боль. Если же гитара стоит так, то все как бы встает на свои места, и вот в такой позиции абсолютно комфортно себя чувствуешь. Асимметричный гриф, вот как уже я вам говорил, на семиструнке здесь та же самая картина, то есть тоже вот здесь вот сделан гриф тоньше, то есть здесь радиус одинаковый, сюда уходит. Ну, в принципе, я в прошлый раз вам показывал, то есть вот в этой части он становится тоньше. Это, конечно, удобно для доступа вот сюда вот играть, если нужно даже на верхних каких-то струнах. Очень-очень-очень комфортно. Звукосниматели здесь как-то вот мне больше понравились по отношению к семиструнке. Несмотря на то, что сопротивление практически такое же, как и там, в Неке 8, в Бридже 15. Но вот этого вот захлебывания нету. То есть здесь практически я ручку громкости оставляю на всю. Ну, в редких там случаях, когда хочу что-то прям вот чистенького добиться, тогда чуть-чуть ее прикручиваю. А так в основном не испытывал я никакого тут дискомфорта по звуку, вот по отношению, как это было на семиструнной гитаре. Что еще? Также я заменил струны, поставил сюда вот то, что дал владелец, это эликсиры. Правда, здесь десятка. Десятка – это не мой калибр, я не особо их люблю. Да и вообще эликсиры на десятке как-то вот звучат суховато, что ли, я бы сказал. Не нравится мне. То есть, вот есть очень большая разница, как звучит эликсир девятка и десятка. Это вот сравнивал уже несколько раз. Как-то вот они... Не знаю, не могу подобрать такое слово, чтобы вот вам объяснить. Даже вот не суховато, туповато как-то вот они у них. Хотя вроде бы атака хорошая, все есть. Заметил еще такую особенность. Вот когда проверял гриф, оказалось так, что вот что на семиструнке, что на этой шестиструнке в одинаковых местах я подтачивал лады. То есть, их там также было несколько. Вот там третий какой-то, седьмой, по-моему, их вот всего 5 или 6 штук. Именно в тех же плоскостях и позициях, как это было на семиструнной гитаре. Меня вообще это натолкнуло на такую мысль, что они, видимо, используют какой-то станок, машину. Ну, есть такие, знаете, которые вот лады шлифуют, и, видимо, может быть, на этом станке как раз вот в этих точках есть у них какая-то погрешность, там, возможно, неправильно отстроен. В остальном исполнение точно такое же, экранировано, хорошо собрано, ничего нигде не люфтит, хорошая электроника, не шуршит, не щелкает, то есть, но нет ощущения вот этого, как знаете, иногда у китайской продукции есть такой вот
ощущений какой-то дешевки. Вот здесь этого абсолютно не присутствует. То есть, вполне хорошее себе так вот в руки берешь, и ну, кажется, что хорошего, хорошая, дорогая какая-то гитара. Вот. Однозначно она стоит по ощущениям гораздо больше, чем 30 рублей. Я не знаю, конечно, какая у них цена будет в будущем, вот, но на текущий момент шестиструнка там что-то вот плюс-минус 30. В зависимости от комплектации, там какой-то 29, даже я там смотрел 33, ну, то есть в районе 30 тысяч. Я считаю, что это 100% соотношение цена-качество. Слушаем через Marshall, через Loudbox. Импульс Greenback, ну и иногда я буду еще подогревать это все дело Tube Screamer. Струны 10-46, поэтому бас такой вот интересный, плотненький. Но вообще у нее что вот у семиструнки, что у этой очень хороший сустейн. Очень хороший сустейн и вибрации. То есть, ощущаются руками вот по корпусу, телом ощущаешь от этого тела. Да? То есть, получается такая взаимосвязь с инструментом. Это, конечно, такие ощущения приятные, скажем так. Бывает, что вот берешь ее в руки какую-то гитарку, а она вот как это, ну, как сказать, как мертвая. То есть, никакого с ней взаимодействия. Пытаешься там из нее что-то выжать. Она вот, ну, бывают такие инструменты. Это как-то надо вот отдельно снять видео по теме. Кто-то мне там как-то спрашивал, разыгранный инструмент и неразыгранный инструмент. Что вообще это под собой подразумевает? Это такая, как сказать, миф-байка, но тем не менее, которая имеет место быть. Теперь с отсечкой. Ну, с отсечкой звук, он такой, как сказать, жидкий. Я вообще не люблю синглы в этом плане. Точнее как, когда сингл, скажем, на телекастере, вот в Неке, он немножко по-другому звучит. Когда половиница вот хамбакер, он всегда какой-то вот, не знаю, обрезанный, урезанный. Мне вот отсечка, хоть и стоит у меня на некоторых инструментах, но я так вот и по сути никогда даже в принципе-то и не пользуюсь. То есть, она как такая у меня лишняя опция. Так гораздо приятнее такое вот тело сразу появляется. У меня, кстати говоря, приехали фильтр-троны. Пока сейчас вот не буду рассказывать ничего про них. Случайно купил, подыскивал, что поставить на телек. И, как всегда, в предложке вылезла цена. На Алиэкспресс такая интересная. Я решил рискнуть. Думаю, возьму, посмотрю, что ж там за звук. А теперь вот они приехали. Я думаю, куда их поставить. Потому что фильтр-троны, это же, как сказать, прародители, вообще папа хамбакера. Вот. Единственное, что запатентовать они их не успели. Гибсон в этом плане их опередили. Но они как раз интересны тем, что они имеют низкое сопротивление. И очень хорошо звучат и вверх, и низ. То есть, и при этом не имеют фона. Поэтому как-нибудь, наверное, вот я их... Как только я куда-нибудь их определю, мы обязательно о них поговорим, сниму ролик. Вот. А пока слушаем эту гитару. Оба вместе. Хороший, приятный звук. Бридж. Ну вот сразу. Thank you.
приближается маршал сразу. Отсечка. Оба с отсечкой. Такой закос под этот стратовский звук. Ну, не знаю, кому как. Два вместе. Ну, так еще интересно. Как бы не так уху режет. И нек. Ну, в принципе, вариации звучания есть, и это хорошо, конечно. У всех запросы разные, кому-то, может быть, наверное, и такой звук пригодится. Давайте теперь попробуем что-нибудь поинтереснее. Разница по отношению с телеком есть. А, ну, во-первых, струны, конечно, разный калибр. Здесь девятки и стоят DR Vintage Blues. Я, кстати говоря, эликсиры дорого сейчас, беру сейчас DR. А, и разница в ладах, то есть нержавейка. И здесь стоят эти GSCAR бронзовые. Сам звукосниматель Alnico 5 интересно звучит, такой вот он яркий, при этом thank you.
Вот веерные лады в этом плане, конечно же, лучше, потому что я в основном-то играю в дроп-ре, и у меня все время была такая проблема, что я на всех гитарах вот эту шестую струну по мензуре все время вот аж на некоторых, по-моему, на какой-то, не помню, протачивал, чтобы у меня... Не то, что там протачивал, резьбы не хватало, я добавлял, чтобы у меня вот этот вот мостик уходил как можно вот еще дальше, то есть, чтобы вот это вот компенсировать. А здесь, конечно, с веерными ладами она... Все равно где-то какой-то легкий Нестроевич есть. Гитара же не идеальный инструмент, даже если у нее там эти, как они называются, кривые их еще называют. Ну и там даже говорят, проблемы существуют. Поэтому ее как ни настраиваю, вот при стандартном наборе вот ладов, все равно где-то получается, если чуть опустил, у меня получалось, что я все время шестую струну настраивал чуточку ниже, то есть там на несколько центов, чтобы она вот тогда у меня получалось, когда я вот брал в этой позиции, то есть у меня как-то более-менее все это дело сходилось. А здесь, конечно, на веерных ладах это все проще, поэтому определенный смысл есть. Хотя к ним тоже первые вот час-два, ну, надо привыкать пальцы вот именно, а потом уже это все вот, ну, как-то даже и не замечаешь, как будто они вот кажутся уже мне ровными, что ли, не знаю, ну, не ровными, а параллельными здесь. Так что интересно, веерные лады, посмотрите, попробуйте хотя бы раз, возьмите какую-нибудь гитару или купите с веерными ладами. Ну, пока струны, конечно, новые, хорошая атака, хорошая вот эта вот вибрация, это все интересно, интересно и приятно ощущается. На ней, в принципе, даже и на неподключенной тоже кайфово посидеть. Она достаточно, несмотря на свой вот этот вот обрезанный корпус, но... Хорошо звучит, хорошо вибрирует. Давайте включим теперь что-нибудь потяжелее. Прикольный звук. Вообще звучит интересная штука такая. Даже не думал, что так плагины могут звучать. Потом напишите, что, по вашему мнению, сейчас прозвучало. Какое из плагинов.
Что сказать, друзья мои, гитара очень клевая, прикольная. И надо сказать, наверное, что однозначно можно рекомендовать к приобретению как НК-гитарс, так и вообще безголовые. Кто бы там что ни говорил, кто бы там что ни писал, некрасивая форма и так далее и тому подобное. Прежде всего удобно, легкая, играбельная, вызывает только положительные эмоции. Вот. Пообщавшись вот уже сколько, вторую неделю с безголовыми гитарами, я сейчас уже вот смотрю на классические варианты эти. Конечно, интересно, есть какой-то дух у телека, какой-то там вот тут уже Орфея, что-то такое винтажное, олдскульное. Вот. Может быть, просто как новая игрушка, хочется вот поиграть, пока не надоело, а потом опять потянет, как это сказать, к старенькому, да, вот, как это часто в нашей жизни происходит. Но, во всяком случае, такие гитары, как уже я сказал в прошлый раз, имеют место быть и обязательно будут становиться только популярнее. Возможно, кто-то что-то конструктивно к ним придумает. На этом, друзья мои, я с вами прощаюсь. Хотелось бы побыть побольше, поиграть подольше, но дела зовут, нужно бежать дальше. Вот. А вам всем хорошего настроения. До скорых встреч. Увидимся. Пока. Пишите.